Советский сводный отряд всегда отличался высокой выучкой, подготовленностью и сплоченностью коллектива с точки зрения решать сложные задачи. По критериям оценки, предусмотренным приказом 1040, Назаровская полиция традиционно на протяжении длительного времени входит в десятку лучших подразделений ГУВД Красноярского края. Я еще раз хочу поблагодарить весь личный состав за активную жизненную позицию, за поддержку всех инициатив, которые сегодня исходят от руководства главка, за высокие показатели оперативно-служебной деятельности. И полагаю, что те недостатки, которые лягут в основу решения оперативного совещания, вами будут приняты на вооружение, приняты во внимание и, естественно, будут решены в этом году. Служебных обязанностей, достигнутые успехи в работе, благодарность министру объявлена. Майору полиции Савову Алексею Николаевичу, оперуполномоченному отделу уголовного розыска межмуниципального отдела Назаровский. Товарищ генерал-лейтенант, майор полиции Савов для награждения ГИБУ. Спасибо. Капитану полиции Клычкову Александру Владимировичу, старшему инспектору направления охраны общественного порядка межмуниципального отдела Назаровский. В соответствии с федеральным законом от 30 ноября 2011 года номер 342 ФЗ службы органов внутреннего Российской Федерации приказом начальника главного управления присвоено очередные специальные звания среднего начсостава. Старший лейтенант полиции, лейтенанту полиции Арефьеву Михаилу Александровичу, государственному инспектору безопасности дорожного движения отдела ГИБДД межмуниципального отдела Назаровский. Лейтенанту полиции Коновалову Дмитрию Евгеньевичу, оперуполномоченному отдела уголовного розыска межмуниципального отдела Назаровский. Товарищ генерал, лейтенант полиции Коновалову, на отделение ГИБУ. Старший лейтенант юстиции, лейтенанту юстиции Иванченко Ирине Вячеславовне, следователю следственного отдела межмуниципального отдела Назаровский. Генерал-лейтенант юстиции Иванченко для награждения. Спасибо за работу, за сидение. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, личную инициативу и примерность, а также стабильно высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, почетной грамотой Главного управления МВД России по Красноярскому краю наградить подполковника полиции Керина Сергея Владимировича, заместитель начальника полиции по оперативной работе. Товарищ генерал, подполковник полиции Керина. Спасибо.